18 апреля на базе Дома детского творчества состоялся фестиваль актива РДДМ среди образовательных учреждений Каспийска. Таинственный код РДДМ – движение первых. В фестивале приняли участие 19 команд, из них 18 школ и колледж машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе. Все, что нужно было сделать командам, это достойно пройти испытания и заработать наибольшее количество баллов. Квест состоит из 19 станций для того, чтобы каждая команда побежала на одну станцию. И там настолько они разнообразные. Во-первых, они состоят из 12 направлений РДДМ. Это и образование, и наука. Это искусство и творчество. Это песенное. Самое интересное, это когда они яблоки в воде будут кушать. Это один героически выходит и это делает. Будет очень интересно. Отметим, что на каждой станции находится свой смотритель, который следит за работой команд и считает заработанные баллы. После прохождения всех станций суммируются баллы за каждый этап и выводится общий. По результатам прохождения всех испытаний будут избраны победители. Я думаю, что будет первое, второе, третье место. Кубки получат ребята, остальные все обязательно получат грамоты за активное участие, а самое главное, они получат огромное удовольствие, они загорятся, потому что коллективы, они представляют собой 4 стадии. Первая стадия – это песчаная россыпь, когда они еще друг друга не знают. Вторая стадия – это глина, когда они уже лепятся понемножку. Ну и, конечно же, факел, как сегодня они горят. Кроме того, на мероприятии также присутствовали почетные гости – заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева и начальник управления образования Лариса Абрамова. Они, в свою очередь, поддерживали и мотивировали на победу всех участников. Ребята, вы понимаете, что вы первые в этой движении, общественной организации движения первых. Вам просто повезло. Общероссийская организация, и вы являетесь членами впервые и первыми. А сегодня я вам желаю удачи, успеха, выиграет самые находчивые, самые умные, самые шустрые. Поэтому я вас верю, не сомневаюсь, что выиграют самые лучшие. Вам удачи.